Вы бы вышли замуж за иностранца, основываясь только на его стране проживания? Нет, я так не думаю. Я бы не брала какие-то факторы, связанные, где он живет и в какой стране. Вы бы вышли замуж за человека, основываясь только на страну его проживания? Нет. 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 Да. Нет. Нет, 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 нет. 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 Не знаю. Нет. Нет, только на страну не хотела бы, потому что для меня независимость все-таки стоит чуть выше, чем прописка, либо же жизнь в ЕС. То есть, если я устроюсь хорошо в Украине, я бы не хотела переехать, например, в ту же Испанию. Если у меня будет возможность жить в Испании хорошо, то я бы переехала, конечно. Но именно ради прописки выходить замуж нет. Нет, наверное. Нет. Нет, не вышло. Можила его? Нет. Нет. Да. Да. Основываясь только на страну? Да. Нет. 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 Нет, зачем мне моя страна устраивает? Нет. Нет. Я не считаю это важным. Нет. Нет, для меня это не важно. Да нет. Да. Нет, абсолютно. Нет.